Да ладно тебе, крошка. Как обычно. Оперативно. Я подготовился к твоему визиту. А оно не со вчерашнего вечера меня ждет? Нет, конечно. Фредди, подойди, пожалуйста. Эй, Синди, ну постой. Хватит уже. Если будешь меня постоянно отвлекать, я не управлюсь. Да что ты нос воротишь? Не люблю парней, которые за мной бегают. Я сама выбираю, с кем мне встречаться. Ах, вот как? И каким же должен быть твой избранник? Настоящий мачо. Страстный, сексуальный, умный, но деликатный, с девушками и обладающий чувством собственного достоинства. И, конечно, очаровательный. Прямо как Данте. Данте? Вон тот парень. Если станешь как он, я, пожалуй, подумаю на твой счет. Синди, послушай. Вот этот, что ли, ее идеал? Миссия пятая. Частная жизнь. Как этот урод может нравиться Синди? Сейчас. Кажется, я перебрал. Тут нет. И тут тоже. Куда же он ее дел?
Эй, это вовсе не то, о чем вы подумали. Синди, тебе лучше забыть о том парне. Кто это тебя так разукрасил? Слушай внимательно. Этот Данте не крутой парень, а извращенец. Обходи его стороной. Что? Сам видел, как он зашел в женский туалет. О чем ты? Да слушай же, этот ублюдок подцепил девчонку в клубе, затащил ее в женский туалет и... Вот тена. Вот посмотрим. Все равно выведу тебя на чистую воду. Эй, что ты тут делаешь? Ничего. Что, дела не клеятся? Меньше слов, больше дела. Держи себя в руках. Смотри. Будь осторожен. Уж не сомневайся. Ты здесь почему, Данте? У меня для вас кое-что есть, и вам здесь больше не место. Ух, ничего себе! С мафией что-то не поделил! Вот я влип! И откуда этот тип взялся? Из психушки! Держись от него подальше. Это хладнокровный и безжалостный убийца. За деньги убьет кого угодно. Он даже у мафии на плохом счету. У тебя же не 9 жизней. Свяжешься с ним, он тебя использует, а потом считай дыры от пуль. Дыры от пуль? Он угрожает ей? Да нет, вы не так поняли. Так ведь? Иди-ка ты домой. Зачем ты так? Тут не заперто. Давно надо было предпринять эту вылазку. Любая зацепка. Хоть что-нибудь, чтобы засадить этого фрика за решетку. Кажется, наши цели совпадают. Должно быть, мне показалось. Я лучше подойду для этого дела. Ты ненавидишь Данте, у меня к нему тоже счеты. Выпусти меня отсюда. Без меня тебе не справиться, слабак. Я положу мир к твоим ногам. Выпусти. Не слушай их, тебе нужен я. Выпусти меня. Выпусти меня! Что за чертовщина? Ну да, демоны.
кто ты? Замечу, это спрашивает тот, кто сам только что влез в чужой дом. Не волнуйся, я не собираюсь докладывать Данте. Ты хотел раскопать что-нибудь о нем, так ведь? Если да, то у меня для тебя кое-что есть. А? Без лишних вопросов. Бери, пока даю. Что это? Откроешь, узнаешь истинную сущность Данте. Данте, открывай. Я виделась с Моррисоном. Говорят, у тебя теперь водятся деньги? Но это правда, Синди, поверь мне, поверь. Собственными глазами видел, этот парень очень странный, псих. Это еще мягко сказано. Ты влез в его дом, когда там никого не было, а странный он? Что ты, хотя, в общем, да, но это только потому, что я хотел доказать тебе, что он опасен. Мне стыдно за тебя. Ну за что мне это? О, черт! Да к чертям! Совсем за идиота меня считает теперь. Еще со времен деда в нашей семье все были пацифистами, но теперь хватит. Это всего лишь кошка. Всего лишь кошка. Кис-кис, не бойся, я не съем тебя. Кто там? Что за чертовщина? Идет. Придурок, спасайся! А вот и я. Давненько не было приличной работы. Одни мелкие бесы. Прям рука зудит. И ничем, кроме приличной бойни, не унять ее. Демон! Похоже, я в тебе ошибся. Но это правда. Ты должна мне верить, Синди. Да он с демоном управился в два счета, я сам видел. Он и сам демон. Он сам один из них. По-другому я не могу объяснить. Ушам своим не верю. Ты к врачу сходить не хочешь? Да все у меня с головой в порядке. Ну как заставить тебя поверить мне? Привет, Данте.
Эй, потише! Твой парень? Я пока не дала согласия встречаться с ним. Но последнее время он как-то странно себя ведет. Может, я чего лишнего ему сказала? Ну, я как-то обмолвилась, что хотела бы видеть рядом с собой кого-нибудь вроде тебя. Он все неправильно понял. А теперь вообще заявляет, что от тебя надо держаться подальше, что ты демон и все такое. В некотором смысле он прав. Клянется, что прошлой ночью видел, как ты убил демона. Глупая ситуация. Я всего лишь хотела, чтобы он стал менее прямолинеен в своих ухаживаниях. Иду, иду. Подождите минуточку. Итак, все верно. Иногда ты дьявольски настойчива. Ты тоже хорош. Все равно же проиграешь мне эти деньги. А как вернул долг? А я и не знала, что у тебя столько долгов. Сегодня около офиса я видела подозрительного типа. Поджидал тебя. Подозрительный тип? Угу. Но он какой-то трусливый. Я сама с ним справилась. Когда я зашла к тебе в агентство, кто-то побывал там до меня. Непрошенный гость. Ну давай же! Черт! Данте! Данте! Чего тебе? Эй, там, готов? Потому что самое интересное впереди. Нет, не надо. Давай, детка, сделай это.
Погоди, ты кое-что забыл. Если собрался уехать, мог бы сообщить ей. А то она захочет поехать за тобой. А куда? Что ты имеешь в виду? Спроси ее. Только для того, чтобы сообщить мне это, ты преследовал меня. Ну, я же демон, а у демонов свои развлечения. Данте! Кто ты на самом деле? Сложный вопрос. Может, Бог знает ответ? Мне тоже, что у него. А? Тоже, что он ест, принеси. Хорошо. Фредди, мороженое с клубникой. Решил устроить себе ужин со звездой? Готово. Мороженое с двойной порцией клубники, как вы заказывали. Да, тяжелый случай. Когда-то я любил ее песни. Она пела яростнее любого мужчины и нежнее любой женщины. Она пела о вечной тоске в человеческом сердце. Когда мне доведется повстречаться с ней, я скажу ей слова благодарности, потому что ее песни научили меня понимать музыку. Четко по графику. Следующая миссия — королева рока.